А теперь пребывают эти три. Вера, надежда, любовь. Первая Коринфянам. Зажженные три свечи стояло на столе. Их пламя колебало с ровным светом, слезинками стыл воск, расплавленный в тепле, и свечи тихо таяли при этом. А в доме тишина, такая тишина, что можно было слышать свечи шепот. Я вера, знаю людям, я светить должна, но вот неверие вызывает ропот. А вере люди слышать не хотят, я чувствую, что я на это напрасно. На веру людей предвзятый взгляд, я не нужна. Свеча вздохнула красно. Зашелестела грустным огоньком свеча вторая, вся затрепетавши. Меня зовут любовь, но мало в ком горит еще мой свет, не модно вставший. Любовь не ценят, нет в сердцах меня, и потому так мало в мире счастья. Вокруг темно, без моего огня нет сил гореть, и замигала часто. Погас и этой свечки огонек, и полумрак окутал помещение колечком, взвился над свечой дымок, прося как будто за свечу прощения. Свет третьей свечки в тишине дрожал, узнав, что этот мир сестер обидел. Вдруг в комнату ребенок забежал и две свечи погасшие увидел. «Что с вами? Вы должны гореть!» Он закричал, отчаяние не пряча. «Без света ничего не рассмотреть! Я темноты боюсь!» — сказал он, плача. Вдруг шепот третьей свечки. «Не горюй! Проблема тех свечей не безнадежна, ведь я надежда. И пока горю, всегда зажечь другие свечи можно. Аминь».